начинаем делиться только при условии, что мы кому-то доверяем. И как мы друг другу доверяем, очень заметно на банальных вещах. Что мы скидываемся, на сколько денег мы скидываемся в общий проект. Индекс доверия можно проявить. Следующий очень важный момент – это обмен компетенцией. Как только мы начинаем учить друг друга и дополнять друг друга компетенции, возникает четвертый, третий тип отношений. Четвертый тип отношений, возникающих в любой горизонтальной структуре, это, конечно же, общие ценности. То есть появляется что-то общее. В результате чего появляются общие ценности? В результате совместной деятельности, либо периодической, системной и рефлексии. Мы рефлексировали кто что почувствовал, кто что изменилось. Хоть на уровне двора, хоть на уровне городского сообщества, хоть на уровне городского диалога. И в заключение своей такой маленькой пьесы я вам хочу рассказать о технологии перезагрузки постсоветского города на трех шагах. Значит, почему я занимаюсь городскими сообществами? Потому что оказалось, что люди самый недооцененный капитал в городе. Вот. Потому что я очень люблю городские сообщества, потому что это самый недооцененный капитал. Спасибо. Вот. Самый недооцененный капитал. Как мы занимаемся? Мы все свои технологии, во-первых, публикуем в интернете в открытом доступе, во-вторых, мы модерируем городской диалог. То есть мы позволяем в городе не договариваться, не проектируем за город, а позволяем городским сообществам между собой поговорить просто при нашем участии, чтобы кто-то друг не побил, и все понимали, о чем мы разговариваем. Вот. И мы создаем в городе субъект, эфиричного субъекта, это сеть городских сообществ, вот, на которые из-за своей массовости начинает сразу влиять на город. Потому что по отдельности ни одно городское сообщество не опасно, ни власти, ни бизнесу. А как только городские сообщества неформально объединяются в сеть, они начинают сразу репрезентовать 7% населения. Причем активного населения. Причем в разные сообщества входят и администрация, и предприниматели, и даже там прокуроры и ФСБшники. Потому что, например, в велосипедном сообществе очень много милиционеров. Вот. Ну, к сведению. Вот. А в экстремальном сообществе очень много работников силовых служб. Тоже к сведению. Потому что вы просто понимаете. Вот сеть городских сообществ позволяет в городе показать, что диалог между сообществами – это не бла-бла-бла, а периодическая совместная деятельность, проявленная в культурном образовании в городской среде или в думании о будущем. Во-вторых, позволяет сформировать субъект, который начинает предъявлять права на город. На парки, скверы, на день города, на создание каких-то новых общественных пространств. Это первый этап. Создание городского субъекта, который бы представлял интересы граждан. Плюс внешние задачи городские сообщества получают социальный заказ со всех остальных субъектов. Ребята, а вы влетите в свою деятельность остальных граждан, фактически начните формировать локальные сообщества. И только вот эти активисты, которые многие из нас не любят и ненавидят, получив социальный заказ, наконец-то понимают свое предназначение. А, я-то вообще могу заниматься людьми. И даже кто-то за это не готов платить, супер, я всегда хотел этим заниматься. Но занимаясь сам собой, он не развивается. А начав заниматься новыми людьми, ему нужен другой степень институциализации. Форум городских сообществ позволяет эту институциализацию пройти. У нас сейчас в 7 городах по стране прошли первые форумы городских сообществ. Результаты этих форумов стали городские идеи, прям банк городских идей. Сами сообщества сгенерировали идеи. Городская рефлексия, список основных городских проблем. Причем важно, не кто виноват в городе, а список основных городских проблем, наложенных на карту города. И самый важный момент – это карта городских сообществ. Это документ принципов, по которым эти сообщества сами договорились взаимодействовать. Что такое карта в перспективе? Карта в перспективе – это, конечно же, устав города. Потому что у меня второй контрольный вопрос. Кто из вас писал устав своего города? Кто его читал? Поздравляю. Вот. Нам заново нужно в том числе институализировать свое право на город, ну в хорошем смысле этого слова, и карты городских сообществ – это как раз формат документа, который позволяет понять, как это может выглядеть. Почему до этого, вот, кстати, почему это никак не формализовано? Потому что, к сожалению, законодательство нашей страны не позволяет создавать горизонтальные структуры. У нас всегда, когда мы даже в ассоциации, вставает вопрос. Руководитель главного бухгалтера, председатель ассоциации. У нас вся законодательная, творческая документооборот построен на иерархических моделях, чтобы вы понимали. Горизонтальных документов, пактов, хартий, которые бы носили юридический характер, в стране практически нет. Хотя как-то наша страна умудрилась подписать несколько европейских хартий, но не выполнилось. Это тоже символично. Вот. Поэтому карты расписал. Следующий этап перезагрузки города – это, конечно же, формирование предпринимательского сообщества. Форум городских предпринимателей, разные городские предприниматели, крупный бизнес, средний бизнес, малый бизнес, креативный класс, вот, различные ассоциации «Деловая Россия», там, не знаю, там, «Опора России» и так далее, ТПП. Вот. Ни разу вместе в городах вместе не встречались. Мы провели специальный анализ. Ни разу бизнес в городе вместе все предприниматели не собирались. Все только опять по своим углам, только все по своим отраслям и так далее. До сих пор горизонтального диалога в городе не возникало среди предпринимателей.
А предприниматели нам очень нужны, потому что именно эти ребята, если они встретятся горизонтально и при внешней модерации смогут между собой поговорить, начнут выстраивать внутри себя настоящий кластер. Сейчас какая проблема городов 500-тысячников? Там есть средний бизнес, девелопер, производство, услуги. Но этот средний бизнес предпочитает заказывать все свои услуги в Москве и в Петербурге. Тем самым не формируя вот эту креативную прослойку в своих городах. Пусть говорит, слушайте, 27 тысяч людей, никого нет, поэтому я закажу в Москве. В Москве сидят мои жены, говорят, слушайте, нам вышел опять заказ из Урюпинска на бренд птицы молочной фабрики, отлично. У нас есть фрилансеры. И также отправляют этот заказ в регионы, беря себе 80% маржи, 20% фрилансеров. Соответственно, эти 80% маржи этот московский бизнес тратит на аренду пафосного офиса. Вот тем самым формируя якобы запрос на площади класса А в городе. Тем самым говоря девелоперам, что, ребят, надо строить больше бизнес-центров. Тем самым люди из регионов переезжают опять в Москву, потому что там строится, там якобы заказ и так далее, а там ничего не развивается. Это очень взаимосвязанная система, примитивно, но показательно. И бизнес, конечно, нужен для того, чтобы он, во-первых, сминимизировал свои издержки, договорившись между собой, создав кластеры не с точки зрения пространства, а с точки зрения деятельности. А кто какие услуги мог бы нам оказать здесь? А кого нужно подтянуть, а каким образом кому-то, значит, не знаю, там, доверить заказ, чтобы они выросли на этом заказе. То есть создание внутренних кластеров как деятельность. Б – это создание новой экономики. Я называю ее, конечно же, там, креативная экономика. Не побоюсь этого слова, это создание творческого кластера 3.0. Творческого кластера 3.0. То есть это создание технологий, которые позволяют городу экспортировать, начать экспортировать что-то уникальное. Экспортировать уникальный дизайн, экспортировать методологию создания уникальной архитектуры, экспортировать какую-то научно-инженерную разработку, экспортировать события. То есть это экспортный вариант, который, в принципе, должен принести в город новые деньги. Потому что сейчас в городах денег нет. Но здесь есть представитель бизнеса, который понимает, что все деньги, которые в городе есть, они уже все по потокам распределены, новых денег не возникает. И создание новых денег – это создание новой деятельности. Она возникает по сложной схеме, сейчас я чуть попозже расскажу. Перезагрузка города закончилась, ничего не будет. Давай спичь. Я не могу, я презентацию в этом реализовую. Вот создание новых видов деятельности. Кроме того, бизнесмены по отдельности не готовы инвестировать в развитие города. Но когда они собираются вместе, на наших пилотных проектах бизнес говорит, слушай, я готов создать фонд развития города, потому что понимаю, что моих налогов недостаточно, плюс Б я научился их скрывать, плюс С власть все равно неэффективно их тратит. Но если не я один, потому что ко мне одному сразу придут и скажут, ты что, оппозиционер? А если мы все вместе, я готов. Причем, если будет это анонимный фонд, причем, если держателем фонда будут сообщества, я вообще готов. Понимаете, почему перезагрузка города начинается с городских сообществ. Они выступают субъектом, у которого нет ни ресурсов, ни как бы права на власть, но которые очень четко чувствуют, для жителей это не для жителей. Фонд развития города, созданный бизнесом, позволяет инвестировать в том числе социальные проекты. В том числе перезагружать эти социальные проекты. Потому что сейчас, конечно же, активисты не умеют заниматься свои проекты. Все копируют Москву, фримаркет, ресторанный день. Там, не знаю, там вторая версия, третья версия пикника афиши, что-то еще. А нужно создавать свое, нужно предлагать свои форматы, нужно тестировать новые городские проекты. Для этого нужны ресурсы. Ресурсы вот здесь, потому что извне ресурсов не хватает. Или ресурсы извне через гранты или через какие-то программы приходят очень точечно, разрывая вот этот диалог. Мы начинаем опять завидовать, мы начинаем опять конкурировать. Поэтому только бизнес может создать ресурсы. Причем этот бизнес сразу понимает, что ему жители тоже нужны, ему сообщества тоже нужны. А как бы проверить мою новую услугу? А где бы мне взять кадры самые перспективные? А как бы мне попробовать вот создать не ассоциацию под себя, а горизонтальную структуру? Бизнесу сразу же нужны модераторы городские, нужны сразу социальные проектировщики, нужны другие городские идеологи. Бизнес начинает эту социальную услугу получать, инвестируя в развитие собственного города. Ну и задача бизнеса – это выйти на создание нового деятельности в городе. И третий этап, третий шаг в городе, после которого начнется все остальное здесь нарисованное, это, конечно же, мечта Вячеслава Леонидовича Глазычева, которого я считаю своим учителем. И благодаря, кстати, Глазычеву пришел в урбанистику, причем случайно пришел вот, из системного анализа. Это форум городской диалог. Форум городской диалог. Когда три городских субъекта, бизнес, сообщество и администрация, управленцы, между собой встречаются на одной площадке, причем эти субъекты бизнеса и сообщества уже проявлены, у них же есть опыт совместной деятельности, у них уже есть инструменты какие-то, ну не знаю, там, банк городских идей, фонд развития городских проектов, не знаю, какие-то совместные события, кластеры, эти уже тоже там есть какие-то события, то есть это не просто
бла-бла-бла. Это не просто коммуникаторы, это люди, которые наработали опыт взаимодействия. Встречаются вместе с администрацией и в этом диалоге формируют три ключевых городских документа. Первый городской документ. Ну, понятно, что это хартия города или устав города. Устав города. Это стратегия развития города. Стратегия развития города. Стратегия развития города. Это, причем стратегия развития города, это даже не документ. Это сразу же рабочая группа, кто готов оттуда войти, кто что готов делать. Это общие цели, общие цели, общие ценности. Общие ценности и конкретные инструменты, конкретные принципы реализации этой стратегии. Только после этой стратегии можно уходить на мастер-план. На мастер-план. Потому что под этот мастер-план есть субъекты, под этот мастер-план есть реальные проекты с своими фигами. После этой стратегии можно уходить на локальная культурная политика. Локальная культурная политика. Потому что идентичность города нужно тоже упаковывать. Генераторов городской идентичности нужно встраивать в процесс, их нужно институализировать. У вас, как правило, все творческие личности лежат за или маргинализированы, пьют и бухают. Это одно слово, да? Пьют это цивилизованно, бухают это цивилизованно. Вот. Или пьют и бухают, или маргинализированы, или вообще фрилансят и выключены из самой жизни города. Локальные культурные политики — это очень важный момент, это, конечно же, манифест нового образования. Манифест нового образования. Почему образование? Потому что сейчас парадоксальная ситуация. У нас есть федеральный стандарт среднего образования, ну там даже промышленно, но сами города, сами местные сообщества, сами местный бизнес на эти стандарты никак на уровне города повлиять не могут. Они вынуждены фактически создавать свои параллельные структуры образования, фактически переучивать всех, кто учит вот этот федеральный стандарт. Чтобы вы понимали, как это важно, например, в Финляндии, где сейчас среднее образование один из лучших, 50% среднего образования программы формируют местные сообщества. Люди, живущие рядом, формируют программу образования, локальные школы. Поэтому одна школа может быть специализироваться в банке, другая там в деле, третья там в IT-технологии и так далее. Это позволяет людей встраивать процессы на этапе обучения, показывать им будущее. Вот так держать компетенции все время в тонусе, потому что преподают не теоретики, а преподают те, кто получил опыт, те, кто одновременно работает и так далее. И те, кто вышел на пенсию из конкретных прикладных отраслей. Поэтому манифест нового образования, локальная культурная политика. И, конечно же, вот после совместного устава, после совместной стратегии, можно немножко перегрузить, в том числе и существующие инструменты муниципального управления. По крайней мере, выйти на инициативу, законодательную инициативу, а как это можно было оформить. По крайней мере, можно было бы сбалансированно, с кучей подписей, с кучей интересов, попросить по правильному перераспределению НДФЛ или о другом немножко распределении местных налогов и так далее. Но сейчас субъектов, которые могли бы сформировать одновременно качественный запрос с объяснениями, с цифрами, в стране просто нет. Его нужно выращивать, я вам сейчас вот на трех шагах показал как. Эта технология опубликована в интернете, она абсолютно открытая, плюс многие из этапов этой технологии уже частично в стране опробованы. Остается совсем чуть-чуть, нам не хватает людей. Вот, да. Спасибо. И бонус. Да, бонус. Я обещал просто... Что? Сайта нет, я есть в Фейсбуке, да. Ну, зачем мне сайт? Мой сайт. А где опубликованы материалы? Везде. Google вам в помощь. Есть карта городских сообществ. Ссылку дайте, друзья, пожалуйста. Ссылки у Google большие, поэтому сайт был в Фейсбуке, ВКонтакте. Сайта пока нет, у нас есть ссылка на шарники, есть куча документов в интернете. Мы же 2 года работаем фактически в существующей реальности, и видите, я еще стою перед вами живой и как бы и здоровый. Вот, относительно. Это в том числе позволяет нам действовать. И создание горизонтальной экономики, создание новых денег в городе – это процесс, который мы называем творческий кластер 3.0. Он построен на следующей схеме. И вы тоже сейчас поймете, почему в городах до сих пор не возникла новая экономика. И эта схема – это взаимодействие 5 очень важных субъектов. Творческие личности, но это все художники. Художники, музыканты, философы, ученые. Все, кто могут локальные культурные коды, глобальные культурные коды, рефлексию, синтезировать в новые творческие произведения. Это, в принципе, искусство. К сожалению, современное искусство, у нас это только маленькая часть, пока открыта все эти истории. И она, к сожалению, все построена на глобальной культурной коде. А вот с локальной идентичностью, если даже работают художники, то мы мало об этом знаем, и качество этих работ еще недостаточно. То есть им не хватает компетенции еще чего-то. Творческие личности, как один из основных агентов изменений. Следующий субъект – это вся креативная экономика, это все дизайнеры, инженеры, архитекторы, все те, кто работает с вдохновением, и вдохновение становится одним из основных видов деятельности в городах. Вдохновение. Меня кто-то должен вдохновить, очень важно. Не заставить, не написать ТЗ, а вдохновить на то, чтобы я что-то придумал. Но это, кроме того, кто-то должен мне поставить задачу.
социологи, маркетологи, городские модераторы, городские сообщества – это как раз субъект, который позволяет сформулировать конкретную социальную задачу. Ну, например, нам нужны не скамейки, а полукруглые лавочки со спинками, потому что в этом городе мамашки любят собираться шестером семером, мусорка должна быть не с подветренной стороны, и было бы неплохо, если бы эта лавочка еще отапливалась. То есть вот конкретная проблема, упакованная в задачу. Кто-то должен начать формулировать нормальные прикладные массовые задачи. Вот. Кто-то должен вдохновлять, кто-то должен формулировать задачи. Дизайн-инженеры – это компетенции, позволяющие, используя вдохновение, используя конкретную задачу, принимать за какие-то решения, создавать продукты, прототипы продуктов, решения, дизайн, продукты. Вот только тогда, когда локальная идентичность, локальная культура начнет встраиваться в конкретные городские задачи и превращаться в конкретные городские проекты, продукты, какие-то форматы, мы получим вот этот экспортный потенциал. Потому что на следующем этапе, конечно же, нам нужны технологи, все, кто это смогут, технологи, мастера, все, кто смогут изготовить, упаковать, не знаю, там, собрать и что-то с этим наполнить. Вот. И ключевой элемент, который сейчас в городах не хватает, и города не умеют этим пользоваться, это, конечно же, экспорт. То есть кто-то должен это экспортировать, кто-то должен посчитать емкость рынка. Кто бы мог потенциально в городах выполнять роль экспортера? Понятно, делают разные платформы, типа Kickstarter, Bumstarter, Планеты. Мы сейчас там, к сожалению, постим благотворительный проект, вместо того, чтобы там размещать какие-то прототипы, какие-то инженерные находки, какие-то варианты дизайна или образовательной программы. Мы до сих пор пытаемся продавать что-то из индустриальной экономики. Это организаторы городских событий, потому что эти люди фактически осуществляют экспорт. Они осуществляют сложные коммуникации и могут с чем-то кого-то познакомить. Это, конечно же, высококлассные логисты там и различные эксперты, которые могли бы сказать, что это действительно уникально. И в городах 500 тысячников практически все эти 5 отраслей уже существуют. В городах 500 тысячников и выше не хватает 3 базовых компетенций, которые бы все это связывали. Вы сейчас поймете весь парадокс нашей страны. Не хватает куратора, который бы местных художников и местный социальный заказ поставил как задачу для местных дизайнеров, инженеров, архитекторов. То есть кураторов нет. Люди, которые могли бы разговаривать на разных языках и ставить задачи в гуманитарных сферах, разговаривать на гуманитарном языке. Не хватает продюсера, который бы всех собрал и выстроил цепочку. И при том сделал бы это так, чтобы никто не чувствовал, что продюсер главный и берет все под себя. Не девелопер, а продюсер. Ребята, вы все мне нужны, мы сейчас сделаем общий продукт, мы все заработаем. Не хватает методолога, который бы мог бы сказать, слушай, друзья, я знаю, как то, что вы придумали, упаковать в новый формат. Не просто продавать одежду, а сделать из этого школу дизайна локально. Не просто там продавать эти лавочки, а сделать из этого технологию создания лавочек с каких-то там, не знаю, отходов производства. Не просто там продавать резьбу, а как эту резьбу натянуть на фасады здания, чтобы русская идентичность наконец-то проявилась в современных фасадных материалах и так далее. То есть это сложнейшая компетенция. У нас все эти компетенции, кураторы, продюсеры и методологи сосредоточены в столицах. Ну что такое Москва? Москва – это город кураторов, продюсеров, методологов. А что такое страна? Страна – это страна городов, где живут художники, дизайнеры, мастера, маркетологи и там, организаторы городских событий. И они почему-то до сих пор никак не встретятся. Вот. И понятно почему. И создание сложного продукта с высокой добавочной стоимостью, а в постиндустриальной экономике любой продукт – это продукт с высокой добавочной стоимостью, позволяет, конечно же, всем им нормально заработать, всем им получить продукт, получить деньги на создание новых запросов, какие нам нужны общественные пространства. Какая нам нужна транспортная инфраструктура, какие нам нужны, там, не знаю, городские процессы, какая нам нужна, там, не знаю, архитектура и так далее. Это отсутствие вот этих денег в городах не позволяет городам перезагрузиться, и отсутствие вот этих связанных компетенций не позволяет городам существовать. Причем творческий кластер «Кремов», я заметил, я не рисовал пространство, я не рисовал деятельность. Очень легко потом превращается в пространство. Это может быть один большая бывшая фабрика, разбитая на блоки, или это может быть сеть городских пространств, связанных просто какими-то процессами. Понятно, что, например, вы сейчас зададите вопрос, а что делать с городами, где нет 500 тысяч населения? А городам, в которых нет 500 тысяч населения, им нужно справиться с правильной агломерацией. Им нужно выбирать свою специализацию. Мы, город художников, и нас задача вдохновлять всю страну или весь регион. Или мы, город дизайнеров и фрилансеров, которые специализируются вот этим. Городам ниже 500 тысяч нужно будет выбирать свою специализацию и добирать существующие компетенции качественной горизонтальной агломерации с другими центрами, с Москвой и с кем-то еще. И существующие технологии, интернет, такое быстрое прикладное образование сейчас это позволяет. Мы стали на пороге вот этой как бы революции, и многие сейчас бизнесмены начинают задумываться об инвестициях, в том числе в создание новых уникальных
российских продуктов, технологий и так далее. Друзья, все, спасибо, я все сказал. Еще раз. Скажите, где искать информацию. Еще раз, вы написали там фамилия, имя? Свят Мурунов, да. Меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте. Свят? Мурунов. Свят Мулон. Мурунов. Да. Еще вопрос. Видео вам прислать? Легко. Хорошо. Так как не все время... Есть вопрос? Да. Пример. Город Норильск. Значит, мы работаем там, сейчас начинаем работать с Норильским, точнее, рядом с Норильским город Тудинск, и рядом с городом Тудинск есть техникум традиционных привезов. Там работают и верхи, они шьют пунты. Вот эти молодые верхи, я спрашиваю, Свят, я не хочу, как мой папа, 86 лет, значит, 115 лет, папа мой хочет шить пунты. Вот, с другой стороны, я очень люблю оленей, что делать? Я говорю, не помню, как зовут этот человек, к сожалению, у меня не вся база адресов головы сейчас загружена. Вот. Но я ему говорю, слушай, давай посмотрим с тобой ролик. Таус Махачев, кто знает, кто такая Таус Махачев? Друзья, надо знать, это художник из Махачкалы, входит в топ-100 современных художников мира. Таус Махачев, есть потрясающий видеоарт, где она взяла свой Land Rover и остатками меховых шуб обклеила внутри снаружи. И этот Land Rover прокатила по горам Кавказа. И снимала на видео, как горцы на этот Land Rover реагируют, как они трогают там кардан, вау, как они цокают языком, как они гладят эту машину. Так вот, этим ивентом показал этот ролик художественный. Они говорят, то есть мы можем, в принципе, сейчас машину обшить, оленями шкуры, я говорю, ну хотя бы, на что ты 20 мудаков вкладывал? Сейчас у них 20 заказов, причем 18 из Норвегии. Они мне шут, они звонят, говорят, куда деньги отправить? Денег не надо, я скоро приеду потом. Да, то есть они начали шкуру оленей, понимают, что это может быть с чем-то другим. Это простой пример. Якутская табуретка. Вот здесь есть ряды. Якутская табуретка. Кто видел хотя бы раз якутскую табуретку? Чуваки, это миллиардный бизнес, реально. Я приезжаю в Якутск. Меня показывает весь город, много там кого знаю, где хожу. Но больше меня вдохновляет, это якутская табуретка. Вдумайтесь, якутская табуретка, маленький такой кубический, значит, деревянный, очень легкий деревянный продукт, сделанный из корней сосны, которые якуты, вот там стоят в углу, они долго не знают. Эти корни сосны каждый год вытаскивают, из этих корней делают эту табуретку, на следующий год корни отрастают. Бесконечный, вечный технологий. Это табуретка легка, она не мокнет, не тонет, ничего не посмотрит. Я говорю, друзья, а вы не хотели из этой якутской табуретки сделать комплект мебели для Икеи? Ведь мы даже не думали. Вот. Абсолютно экологическое производство. А как мы можем автоматизировать эту историю? И так далее. То есть вот таких примеров сейчас много. Сейчас, я знаю, в Иваново, второй раз уже обращаюсь к этому примеру, Ивановский кластер начинает работать в том числе с ивановскими тканями, с ивановским дизайном, советским дизайном, причем там, даже дореволюционным дизайном, для того, чтобы запустить моду. Это тоже пример, когда локальные культурные коды через творчество начинают интегрироваться в продукт. Но это сложнейшие вещи, потому что, понимаете, мне пришлось на риск связать с Махачкалой, да? А якутов связать сейчас со Швейцарией, потому что где у нас такие швейцарцы, да? Со Швейцарией. То есть это в Ярославле сейчас там идет процесс, связанный с переосмыслением, как там создается музей кирпича. Они хотят выпускать коллекции кирпичей. Они хотят из кирпича сделать дизайн, чтобы он вдохновлял архитекторов на создание чего-то. То есть сейчас процессы идут, но эти процессы пока их не хватает компетенций, там нет понимания емкости рынка, их нужно всех учить, где емкость рынка. Потому что для каждой из этих деятельностей можно посчитать емкость рынка. Простой пример из Суздаля, чтобы вы понимали, что это как бы не фантастика. В Суздале мы делали генерацию идей в этом году на летней школе ЦПУ и придумали вместе с местными молодежью, придумали переносную деревянную сцену, потому что им нигде негде выступать, они оттуда уезжают. Солнечные панели, чтобы ее как бы не подключать к электричеству. С камерой Инстаграм, который сразу фотографирует, кто выступает на сцене, выкладывает в Инстаграм. С датчиком, количество людей, сидящих рядом, для того, чтобы сделать автоматический рейтинг, кто лучше всех собрал аудиторию. Понимаете, экспорт этой сцены, рынок потенциальной этой сцены, это уникальная вещь. Вы слышали про это где-то раньше? Сцена, которая фотографирует весь мир, все там 2,5 миллиона городов. То есть, в принципе, запустить сейчас производство в Суздале, это вопрос просто инвестиций. Сделать пилотный проект, лучше его сделать, причем в Ярославле, чтобы не создавать там станки, не тащить станки. Проверить его в Волге. И продавать потом через тузы всем. Вот это постиндустриальный экономик. Мы, к сожалению, за 25 лет придумали пока только один новый формат, как Россия, как страна. Это формат IT-кафе благодаря Ване Митину. Ваня Митин придумал циферблат тайм-кафе, где люди не едят и пьют, а люди сидят, общаются и платят за это время деньги. Это уникальная история. Синтез российской коммунальной квартиры красного уголка и европейского кафе в новом формате. Вот. И Ваня его сейчас экспортирует в Лондон, открыв циферблат в Лондон, который реально существует, потому что это все деньги. Но таких Ваней у нас достаточно мало, и они все работают в сфере IT, где не нужно вот с живыми людьми общаться.
То есть у нас много IT-уникальных разработок, но они все, в принципе, вдохновлены не локальной идентичностью, а глобальными трендами, глобальными культурными кодами. И все встроены, конечно же, в мировую команду. То есть, а деньги только вот на экспорт. А экспорт – это вот сложнейшая вещь. А осознать себя, найти, приехать, набраться смелости, приехать к другим и пообщаться с другими. То есть мы пока фокусируем на себя. Поэтому социальные изменения – важнейший переход в том, что это новая команда. Вопросы? Ну нет, я такой социальный инженер, который на самом деле все эти процедуры, все эти проекты сам реализовывает, сам проживает, потом пополнит методички, методологию. Поэтому в какой-то степени я практикующий эксперт. А где вы все это публикуете? В Facebook, ВКонтакте, в социальные сети, да? А учебный центр какой-то планируете? Он же есть, на самом деле сейчас есть образование, мы в этом году открыли магистратуру Шайники, специализированная магистратура, это создание, основная компетенция – социальный проектировщик. То есть человек, который умел создавать городской диалог. Социальный проектировщик, он знал, что нужно аккуратно, традиционно. Мог в любой сети про ней работать, но понимал бы, как устроена вся эта социальная система. Сейчас запускается на этом заводе в Академии воркшоп городской продюсер, тоже новая профессия. В МГУ я читаю авторский курс, прикладываю урбанистику на философском. Это тоже, кстати, вот. Хороший. Значит, урбанистика нужно преподавать на философском. Можете меня попросить? Может, она проснулась. Еще вопросы? Про экономику поподробнее. Краудфандинг, краудинвестинг известно. Известно, но не работает. Точнее, работает. Оно работает ограниченно. Почему? Потому что для краудфандинга, краудсорсинга, технологии все зарубежные. Там есть большое количество субъектов. Для них это просто один из инструментов, это нормальный деятельность. У нас краудфандинг воспринимается как нечто модное, внешнее. И мы к нему еще присматриваемся. Плюс много субъектов, даже им не пользуются, не доверяют, потому что реального взаимодействия у них еще не было. Вот если бы мы научились на уровне города взаимодействовать между собой, то краудфандинг бы у нас работал на полную катушку. А у нас сейчас краудфандинг как бы внешней технологии, мы пользуемся им достаточно фрагментарно. А для того, чтобы краудфандинг начал работать, нужны реальные городские диалоги, нужны реальные междисциплинарные.